18 февраля состоялся финальный 4-й этап чемпионата Владивостока по ледовому мотокроссу. Боролась за лидерство в гонках на льду и славянская спортсменка Юлия Наумова. С каким результатом удалось завершить соревнование, смотрите в репортаже с ледовой трассы. Финальный этап чемпионата Владивостока по мотокроссу на льду – момент ответственный. Результат этих заездов станет итоговым при подсчете общих очков чемпионата. Поэтому волнение среди участников было огромным. Гонщица из «Славянки» Юлия Наумова не пропустила ни одного этапа и была готова выложиться по полной в этой гонке. К счастью, погода стояла отличная, теплая и безветренная. Тем не менее, организаторы приняли решение провести небольшие заезды, всего по 10 минут. У гонщиков было совсем немного времени, чтобы как следует разогнаться и побороться с соперниками. В первом заезде Юля пришла четвертой, во втором финишировала на третьей позиции. Наша знаменитая девочка Наумова Юля заняла сегодня 4-е место. Похлопайте ей. Чемпионат для Юлии был непростым. Были и трудности, и падения. Но, тем не менее, по результатам 4 этапов ей удалось набрать 146 очков. И это вывело славянскую спортсменку на 2-е место в чемпионате Владивостока по мотокроссу на льду. С чем мы и поздравляем Юлию и желаем ей новых побед в летнем сезоне по мотокроссу. Юлия Ульянова, Диана Наумова. Новости «Славянки».